Привет, друзья, подписчики мои! Буквально вот только-только что приехал я домой, сразу с подарочками, с турнира, который прошел в Ценара, проспект Андропова, 22, и это был 13-й по счету турнир номер один в Москве, самый крупнейший. Приняло участие в турнире более 300 блейдеров, это было незабываемое шоу. Кто еще не видел, гляньте ролик у меня на канале, гляньте ролик на канале Закупыча. Это было вообще круто, спасибо огромное, что вы пришли, это было здорово. И, друзья, будем рассмотреть подарки. Что мне подарили? Во-первых, вот такую вот длинную палочку. Подписчик говорит, что типа, вот ты же хотел, чтобы она была ровная, вот ровная. Спасибо огромное, очень классно, круто, я только не пойму, так коротомит или нет, но спасибо огромное, очень приятно. Дальше, такую сборочку подарили мне, ну это простенький Wild Wyvern, ой, просто Wyvern. Я вот так рипо опять накричался, накомментировался, навелся там. Вот такой крутой Wild Wyvern. Дальше, подарили мне вот такие вот часы Orient. Кстати, вот 7 декабря было мое день рождения, я тоже подарил ему часы. И вот теперь дарит мне. Ну, конечно, это не часы, просто коробочка, но тем не менее. Здесь у нас лежит God Valkyrie. Красиво. Причем, кстати, эта Валькирия у нас тидишная или SB-шная. По-моему, тидишная. И ключик вот такой. Да, скорее всего, TD, потому что USB ключа я не припомню. Здесь даже есть какой-то буклет, смотри, по вот этим часам. Чё себе. Прикольненько, спасибо огромное. Плюс есть письмецо. Чё пишут? Сейчас чеканем. Так, привет, Бейзон, меня зовут Виктор Кузнецов, я твой фанат, я мечтал тебя увидеть с 7 лет, сейчас мне 9. Ну, что-то ты лукавишь, бро, у меня канал не так много лет. Теперь я хочу задать тебе пару вопросов, ты готов на них ответить? Конечно, какой любимый Бей? Ну, чувак, дашь мне свой номер телефона? Конечно, нет, будем дружить, конечно, будем дружить, сразимся вместе, конечно, посражаемся. Спасибо тебе. Спасибо тебе, бро, что пришел, принес мне подарок, очень приятно, спасибо огромное. Подарили такую пускалочку мне, вот такая вот, от горячего металла, тоже полезно, пригодится. Вот такая сборочка на фафнирчика, прикольный, красивый. Вот такой лаунчер подарили мне. Дальше, слетает он, так. Вот такой вот подарили мне волчок крутой. Дальше, еще письмо, читаем. Ой, большое письмо. Бейзону от Влада Судеша. Привет, Бейзон, меня зовут Влад Судеш, извини за мой корявый почерк. И я желаю тебе, ничего не вижу, если честно, 999 тысяч подписчиков. Желаю, чтобы ты никогда не болел и жил вечно. Желаю тебе, хорошо бы, счастья, любви, удачи, всего самого лучшего. Бейзон, король Закупыч. О, спасибо огромное. Какой у тебя адрес? Не скажу. Тебе нравится адская саламандра? Да, все Луйноры, Джо, конечно, я все волчки люблю. Какие волчи тебе не жалко подарить? В смысле не жалко подарить? Мне ничего не жалко для вас подарить. Что бы ты хотел, чтобы тебе подарили? Ой, мне, наверное, лайк, подписка. Вот это мне больше всего интересно. Чтобы посоветовать играть Джокером? Что? А, ты бы посоветовал? Ну нет, конечно. Король, все. Бейзон, как ты думаешь, Луйнор кровавый это Каратоми сильный? Да, очень сильный. Луди Лонгинус. Какая у тебя фамилия? Абрамов? Какой у тебя адрес? Нет. Да что? Подожди. Ты два раза одно и то же спросил? Чувак, что за подстава? Адрес не скажу. Подписывайся на мой канал. Да, Влад Бёрст. Подписывайся. Там много видео, но ничего я еще сделаю. А, мало видео. Ну, будет видео, будут подписки, бро, не переживай. Дальше идем. Вот такой подарочек. Прям запакован красиво, такой ленточкой. Тыщ-тыщ-тыщ, тыщ-тыщ-тыщ, скрипыш. Такс. Ой, конфетки. Ой, какой хорошенький. Кто это? А что это такое? Ой, какой маленький Iron Man. Это откуда, бро? Кто подарил, пожалуйста, в комментариях. Напиши, классный чувак. Iron Man этот маленький. Там еще что-то тут еще. Брелок чистая линия. Маленькая черепаха. Вот такая вот. Она в воде, что еще растет. И здесь еще такая вот еще лента на руку. И конфетки. Ой, бро, спасибо огромное. Очень приятно. Кстати, про черепашек, друзья. На турнире купил я вот таких черепашек. Ну, вернее, Донателлу. И нашел, прикинь, что в детском мире. Мне вот подарили еще Айфошу. Вот. И теперь у меня есть коллекция, друзья мои, 10 лет. У меня есть вот теперь Микеланджело, Леонардо, Рафаэль. Не совсем те, что я хотел, но это офигенные черепахи. Давайте откроем. Оп, как легко открылось. Да, эти у меня же наборы есть. И вот Донателло, все началось у меня с Донателлы. Дед Мороз мне так и не принес. Сейчас быстренько посмотрим комплект. Так мне не принес, я просил, ну что ж, пришлось покупать самому. Причем я это купил в детском мире. Те я брал фамилии, там по 100 или 200 рублей, я уже не помню.
А это в детском мире была пакс, написано по 200 рублей. Я взял, прихожу на кассу, 500, там 40 насчитали. Я такой, ну окей, пофигу. Мне главное, нужен Донни. Вот такой здесь боец клана Фут, у него куча всякого оружия, непонятно, но оно не снимается, ничего, просто вот оно есть и есть. А вот такая машинка, прикольная такая, у нее не открывается, ничего, это странно. Но можно Донни посадить сюда спереди. Ну и вот такой Донни, вот такой красивый Донни. Черепахи, кстати, все плюс-минус разные, у него еще палка такая есть. А, ой, я мечтал, у меня даже от них где-то палочки еще остались, боже мой, я вам покажу, у меня есть набор, не помню, правда, где он, но я его достану, найду, и вот всех четырех черепах туда размещу, это прям моя миссия, 20-летняя завершена, я прям о них мечтал, классные фигурки, спасибо мне. Посмотрим iPhone. Что же у нас, какой это iPhone? 6, это Б, он еще закупочку подарил, тоже iPhone. Хорошо, но это вот не богатый, другой школьник, так, ой. Бумажка, welcome to phone, понятно. Здесь у нас что? Ой, это что, скрепыши? Браслетик какой-то, прикольно. Так, еще браслетик. Ой, это БЗ. Ой, БЗ, как мило. О, бро, спасибо огромное. Ну, вот вы знаете, как меня это самое порадовать. А, чувак из Майнкрафта. Какой-то злой, но это не лицензия, скорее всего, но прикольный. И Экскалибур, который Ксена. Так вот, классный. А, да, еще подарил мне закупочку кружку свою. У него теперь есть свой мерч. Мерч, друзья, вот такая классная кружечка мне мой бро подарил, спасибо огромное. Я ему на днюху подарил свой мерч, по-моему, кеп, футболку, а он мне подарил кружечку. Ну, так приятненько, спасибо большое, закупочка, очень приятно. Мне прям вообще, я люблю подобные вещи. У меня теперь будет три кружки, одна Байзон, вторая Байзон сердечком и третья закупочка. Вот приятно, будет приятно. Мне будет приятно. Так, дальше идем быстренько. Так, вот такая точила. И здесь у нас кто? Тыщ, опачки, попочки. У нас тут вот такой вот Кирилл Кведзик. Или Югин Егдриан, напиши в комментариях. И у него такой QR-код. Хас, бро. А вот это я не знаю что. И машинку. Так, а что за машинка, кстати, кто ее делает? Текс. Это Mattel. Типа Hot Wheels. Прикольно. Такая забавная. Необычная. Первый раз такой вижу. Дальше. Еще письмо. Бейзон, это тебе. Это мне. Спасибо большое. Текст. Ой, как много текста, бро. Ну что ты тут намутил-то? Канал Бейзон Супер, Бейзон Класс. Так, понятно. Лучший канал, у тебя крутые обзоры. Спасибо огромное. Попробуй проверь мою комментарий и видео. Так. Так, ты самый крутой. Кто тебе в комментах на турнире пишет? Па, это я тебя смотрю через папин аккаунт, поэтому не удивляйтесь. А, окей, Антон из Химок. Антон из Химок, привет тебе, бро. Друзья, комбинации, пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите и пользуйтесь, тестите. А, еще вопрос, подожди. А, вот комбинация, вот, подожди. Это комбинации, понятно. А вот вопросы. Какой бы самый сильный из какого своего рода сезона? Не знаю, бро, я люблю Фафнера, Гайст. Какой пускатель самый хороший? Конечно, ленточный. Почему Искалиус символ твоего канала? Но это не Искалиус, это мой собственный бейт. Ты о что? Мне его рисовали несколько месяцев. Ты о чем? Это не Искалиус. Какая фирма лучше, СБ, Флейм или СН? Ну, конечно, СБ. А что, Такаратоми или Хасбро? Такаратоми, конечно. Какой магазин БФ ты предпочитаешь? Что? Какой продуктовый магазин ты предпочитаешь? Что? Магазин продуктовый, мой любимый, это Перекресток, Перекресток One Love. А, потому что, объясню, там есть все, там, ну, цены, в принципе, чуть дороже, чем в Магните, да, но чуть дешевле, чем, допустим, скажем, в каком магазине-то, типа... Да просто нормально, чуть дороже, чем в Магните, но нормальный цен. То есть, типа того, там много ассортимент, там чистенько, там все хорошо. Какой персонаж тебе нравится больше? Дарт Вейдер я люблю. Тебе нравятся эти вопросы? Безумно нравятся вопросы. Спасибо огромное, бро, что написал мне письмо. Очень мне приятненько. Дальше идем быстренько. Вот такая вот у меня коробка «Приручи дракона». Здесь... Что здесь? Скотч мне понадобится, нож. Опачки. Тут много всего. Минёга всего. Текс. Значит, первый конверт. Вау, друзья, чек... А, все? Больше пусто, ни письма, ничего нету. Да, я опять выкину. Да, вроде все, вроде пусто. Come on, guys, это же Холли... У меня аж и камера позолотилась. Холли Хоррорсуд. Текс. А вот такой красивый. Дальше... Это что? Ой, это что-то прикольное. Человек-паук? Кто это? Кто это? Кто это? Да, много было ребят на турнире в костюме паука. Ой, какой прикольный. Это я? Слушай, классно сделал. Квиксели, да? Слушай, это прям набор такой был или ты сам сделал? Если сам, то очень классно. Если набор, то хорошо все подобрал. Ну, не подобрал, а подклеил, так сказать.
Если квиксели можно считать подклеил, ну, наверное, можно. И квиксели. Что это такое? Как это открыть теперь? Что это? Бро, запаковал-то, а? Что это такое? В этот раз, кстати, мне Игорь ничего не подарил. Я прям расстроился. Игорь? Ай-яй-яй. Ага. Что это? О! Это какая-то такая штука. Ластик, скорее всего. Но как будто самодельный, но прикольный. Или камень, пластилин, что это, не знаю. Забавно. Спасибо огромное. Дальше. Вот такая штука есть у меня. Это кораблик. Очень приятно. И письмо. Что пишут? Так, Байзону. Привет, Байзон, ты подписчик Гриша. У меня есть канал, называется Рорти. Прорекламирую, что? Я начал Бэйблэд, у меня к тебе вопрос. Какая твоя любимая компания Бэйблэдберс? Такара Томми. Какая твоя любимая арена? Красная Фурия. Какой любимый бэйд компании СБ? Фарнеус, ты играешь в Бравл Старс? Нет. Желаю 7000 подписчиков. Давно было. Сделай обзор на Саламандру Хит. Окей. Спасибо огромное за письмо. Так, есть еще письмо. Текст. Так, да, друзья, и что хотел сказать, я уже рассказывал, да, 21 декабря, проспект Андропова, 22, грандиоз турнир по Бейблэйду Бёрсту, вся информация, ссылочка в описании. Вот, тоже проси подарки, все будет в ролике. Бейзону, окей. Привет, Бейзон, меня зовут Пашков Максим, я очень люблю смотреть твои ролики. Вопросы, какой любимый Бей? Чувак, кто сильнее, Феникс или Лорд Спрайзен? Конечно, Феникс. Какой у тебя любимый цвет? Зеленый. Какая любимая музыка? AC/DC. Передай привет моему другу Юре Черткову. Привет, друг Юра Черткоев. Очень мне приятно, когда пишут не просто вот письмо, да, а еще просят передать привет друзьям. Это очень приятно. Ну, как бы и друзьям, и мне такое читать. Потому что ребята реально братишки дружат, и это прикольно, это классно. Так, еще письмо. Бейзону, привет, меня зовут Влад, мне 7 лет, мне нравятся твои обзоры, Бейблэйд, посоветую, какой волчок взять на следующий турнир, надеюсь, подарочки понравятся, удачи во всем. А, бро, бери Спрайзена, лорд, классный. И последний подарок, вот такой вот зиплок из Икеи, много тут всякого, опа-па, посыпалось, так, и письмо, значит, что тут есть, аккуратно, пускалочка. Вот такая вот классная двухсторонняя пускалочка. Феникс с красной рамой. Причем рама красная, как будто это. Какая-то странная, как будто Hasbro прям сделали. Окей. И вот такой вот лиловый Роктавоша. Я даже такого не видел. Он сам, что ли, его сделал, покрасил или что? Но такого я не видел. Классно, спасибо огромное. И письмо. О! Бейзон, ты лучший на ютубчике, друзья, давайте-ка поддержим. Бейзон, лайкос, ты лучший, подписаться. Мои подарки, Роктавор R3, крышка от Феникса. Ян Елен, окей, 9-10 лет, да. Вот, на этом сегодня все, друзья, лайк, подписка на канал, с вами был Чудущий, ссылка на турнир в описании. Всех жду, будем играть, посражаем, пофоткаемся, распакуем ваши подарки. Всех люблю, спасибо огромное, что приходите, всем пока-пока.